При поддержке партии «Единая Россия» прошла благотворительная елка. Детей из малообеспеченных семей и реабилитационных центров встречали Дед Мороз и его сказочные помощники. В музейно-выставочном комплексе не умолкает детский смех. Лиза Львова мастерит снежинку и вспоминает свою первую встречу с Дедом Морозом. Мы ездили всей семьей в Великий Устюг. Там был Дед Мороз. Мы рассказывали стишки, и он нам давал сосульки, конфеты. Я хочу пожелать детям новогоднего настроения, чтобы у них было веселое, но чтобы они не болели. Инициатор этого праздника – партия «Единая Россия». Перед Новым годом депутаты решили порадовать детей из малообеспеченных семей и реабилитационных центров. Мы каждый год ежегодно проводим эту елку. Организатором является отделение партии «Единая Россия». И принимает участие здесь и политсовет, и все члены партии «Единая Россия», желающие могут поздравить прийти ребятишек. Ну и, конечно же, депутаты фракции «Единая Россия» своих депутатов. Ну а праздник это прежде всего, конечно, для детей. И праздник детства. Мы сами-то сегодня вот полны воспоминаний о своем детстве, как мы его проводили. И для нас это была веселая, интересная пора. И вот сегодня мы тоже погружаемся в этот мир сказки, мир волшебства. Ходите на каток, катайтесь на лыжах, катайтесь на санках с горки. И, конечно, обязательно напишите письмо Дед Морозу. Кто уже написал? Я! Молодцы! Ждете подарки? Никто из детей не ушел домой без сладкого подарка, а веселые интерактивы и мастер-классы запомнятся надолго. Сегодня мы получили подарки с конфетами. Я люблю все конфеты. Такие елки партия «Единая Россия» проводит по всей стране. Важно, чтобы каждый ребенок почувствовал новогоднее волшебство. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.